Нихуя себе! Я себе, блядь. У тебя в виде регистратор работал? Да. Записывал? Пиздец бензин его. Бензин течет или что? Нахуй, поехали отсюда, ебать, побыстрее, Саня. Взглянул на зарисовки ферм возле Дакоты. Вернее, это были даже не зарисовки, а как бы тезисы для последующей работы. И она, не комментируя, перевернула страницу. Не надо сейчас. Сейчас автомобили, иномарки. Ой, ой, ой! Ох ты, блин! Ой, ты боже мой! ПРСТ! О, бля! Твою мать! Меня пизданул, бля! Ебать, пиздец, вообще, нахуй, блядь, ёбаный в рот. Оторвал.
смотреть друг друга в глаза. Даже однополые брудеры. Даже однополые брудеры. Я причем даже вижу иллюстрацию, на которой как раз на фоне ковра... Блять, в рот, сука. Алло. Нам повезло! Вообще пиздец! Вот ох, ничего! Мама! Да что ж ты! Скотина, а, блин! Делай вот так вот! Твою мать!
если бы Галя еще было дороже, что-то им Галя максимум косушки возьмет. Тихо, ударилась? Нет. Все нормально? Да. Еблан тебе, блядь. Сука, тупорылый. В Москве 8 часов вечера. Что такое? Радио Волны. Что это за понятно, блядь? Чё? Какой нахуй лазер? Какой лазер? Это видеорегистратор, дебил. Какой регистратор? Пошёл. Ты вообще по зеркалам смотришь, нет? Или хули по ним смотреть, они все равно не работают. Четкий пацан нам поворачивать. Там не проедешь, там загорожен. Степа, послушай меня. Ох ты, сука. Ебать, вот этот вообще люто выезжает. Все, зеленый. Бам! Я тебе говорю, тормози сказочно. Ебанутся нахуй. Я тебе говорю, этот вообще хуй смело выезжал. Чё ты, ёб твою мать, чурка, блядь?